Хорошо, мы приветствуем Кристиана. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает. Он понимает, где он находится? Там мама сзади, он понимает. Отлично, хорошо. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Кристиана, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Кристиана, находит все. У него дракон вылетел, красный из него сразу. Красный дракон. Считай цифры над головой дракона. 32-46, это тот же дракон. А, понятно, хорошо, дракон. Ты и в нем сидел, и в нем в мальчике сидел, да? Он основной здесь сидит. Хорошо, кто еще у нас там? Плата у него там. Сейчас он... У него бес и ящер. Ты посмотри, оно считает цифры над головой беса. 8. Ящера. Ящер его как за веревки дергает. 586. Хорошо, ящер, а почему ты думаешь, что тебе это пройдет это безнаказанно, твое влияние на несовершеннолетнего ребенка, 13-летнего? Почему? Объясни мне. У тебя есть хоть какой-то намек на оправдание твоего присутствия в биороботе молодого человека? Он продолжает его дергать за веревки. И ящер получает мощнейший удар на чистоте ящера. Влад, положи его, сожги его защиту. Удар. Он говорит, остановись, человек. Я тебе сейчас открою поток любви абсолюта над тобой и сделаю из тебя горстку пепла. Ящер. Ящерица. Не надо говорить, что ты хочешь. Я тебе не позволю в моей комнате диагностики дергать за веревки, когда ты становишься моим заложником. Тебе это понятно? Еще одна попытка, и я открою портал в галактическое ядро, и ты уйдешь в пепел. Ты отвечаешь на мои вопросы, на все. Если я какое-то воздействие почувствую или замечу, я без разговора из тебя сделаю 2 ящера. Тебе это понятно сейчас? Посмотрим. Хорошо. Так, красный дракон, ты процедуру знаешь. Сейчас начнется реверс. Бес, как долго ты находишься в этом биополе? 4 года. Сколько ящер находится в биополе ребенка? 7 лет. Кто из вас был ответственный за его психическое состояние? Кто доводил его до срывов, что он лез драться, был агрессивный? Ящер за веревки дергает. Сейчас? Ну нет, дергал. А, хорошо, дергал за веревки. То есть это все было сделано ящером, да? Ну, ящер, картинка просто идет, ящер дергает за веревки, а бес, он питается этим. А, бес получается. Хорошо, бес, что ты конкретно делал 4 года в ее биополе? Как ты провоцировал? Как оно проявлялось? Показывает, он еще игры какие-то играет, электронные. Расскажи мне об этом моменте. Это усугубляет его. Какие-то игры? Это усугубляет это состояние. То есть, какие-то игры? Это специальные игры или это вообще игры? Вообще игры. Они возбуждают его. Кристиан, если вы хотите вырасти нормальным молодым человеком, прекратите играть в эти игры. Все,
Переходим к реверсу. Я даю команду тонкой копии Кристиана спроецировать все энергии к ним, усиливая потоки в 50 раз. Итак, ящер, я слушаю твое объяснение, как ты и почему ты появился в этом биополе. Посмотри на мою правую руку, видишь этот лазер? Вот им я из тебя сделаю два ящера. Почему ты вошел вообще 7 лет и сидел в этом биополе? Кто тебе разрешал входить в подростка? Он пришел во сне, на эмоции, на какие-то. А показывает он картинку. Вообще ему все, что связано с электронными девайсами, телевизоры, это фильмы, тогда это были мультики какие-то, программы. У него очень эмоционирует внутри это, и оно остается у него и в голове ночью работает. Ему приходят, ну, как видения, что ли, такие, на основе этих эмоций. Кем ты предстал перед ним, когда он тебя увидел? Как он тебе дал разрешение войти в его биополе? Что ты ему предложил? Другом предстал. Ты человеком был или кем ты был? Светом, святым, ангелом? Показывает персонаж какой-то. Из мультика? Да. Кошмар. 7 лет назад, ему 13, ему 5 лет было. Ох, и 5, 6. 6 лет было, да. Предложил ему подружиться. А как может 13 лет ребенок, вернее, в 6 лет ребенок осознанно сказать нет? Это же обман, ящер. Рассказывай, как твое дергание за веревки отражалось на его физическом состоянии? Как у нас с реверсом, Вера? Реверс закончен. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристиан забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у него... Итак, ящер, как отражалось твое воздействие на него? Ребенок нервный до ужаса. Ты это сделал? Внес вклад. Хорошо, ты внес вклад в его развитие. Я сегодня внесу вклад в твое развитие. Хорошо, ждем окончания реверса. На твоем месте стоял ящер сегодня 5000 уровня. Я смотрю на тебя и просто улыбаюсь твоей наивности и надежде на то, что тебе с тобой ничего не случится. А я тебе скажу, что это не так. Ты перешел границу, которую переходить нельзя. Закончился реверс. Так, я даю команду. Бес выходит сейчас, вытаскивает все, что он оставил в его биополе. Бес, есть лярвы у ребенка? На голове есть. Вытаскивай сначала и доложи мне то, что ты все вытащил. Я тебе потом дам разрешение забрать эту лярву на голове. От чего эта лярва образовалась на голове, бес? Ну вот он показывает картинку вот этой информации. Да. Электронной. Он не мог ее перерабатывать. И она скапливалась. Вот как. Он не может ее сбрасывать, и вот это все накапливалось, да? Да, собиралось там. Хорошо, бес. Вытаскивай все, что он снимает, Вера? Бес ног снимает. Что там в ногах, бес? Рассказывай, как оно воздействовало на него? Гольф у него там. Срок снимает. Но он питался энергиями ярости. Снял. Бес, когда он бросался на мать, это твоя работа была или это ящер был? Говорит, что бросался человек. Понятно, кто этому человеку вложил эту мысль в форму, что надо бросаться? Кто его к этому подвинул? В 13 лет без. Человек не в состоянии такие вещи. Говорит, что это самый возраст. Это твоя работа была, я спрашиваю? Ярость, твоя работа? Полам с ящером. Значит, вы с ним нашли компромисс и сделали ОПГ, организованную преступную группировку. Нормально. Хорошо, давай снимай лярвы с головы. Где там еще осталось, ничего не забывай. Он готов. Хорошо, возвращайся в клетку. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Как ты на него влиял, рассказывай. Чувства он собирал. Последствия этой ярости. Слезы. Хорошо. Раскаяние. Готово. Ящер выходит, снимает все, что он оставил, отключает ребенка. Возвращается в клетку и докладывает о готовности. У него как присосками. Подключен он к разным чакрам. Не чакрам, а
Частям тела, я бы сказала, руки, ноги, голова, грудь. Это вот те веревки, как раз за которые он дергал. В его интересах это убрать, потому что проверка будет проводиться 3 миллионами герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Все просто. Готово. Хорошо. Так, ящер снял, дракон снял и бес снял. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию Кристиана. Значение 100%. Готово. Подхожу к Кристиану, кладу руки на плечи, даю импульс высокого вибрационного шока удара и помогаю ему сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, отлетает. Открывается портал в галактическое ядро, все каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо. Так, красный дракон, я тебя опять возвращаю назад в квартиру. Мы скоро туда придем. Ты все понял, да? Да. Открывается портал против часовой стрелки в квартиру. 1, 2, 3. И красный дракон уходит в квартиру и дожидается нас. Закрывая, печатаю, растворяй. Бес, ты готов уходить? Готов. У тебя в квартире ничего нет? Нет. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. И бес уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо, ящер, ты говорил, посмотрим. Давай посмотрим. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. 13-летний ребенок, 7 лет сидел ящер, который так и не ответил, почему он зашел в это биополе, вошел обманом. Хотел спросить тебя, это не твой клиент? Это заберут они. Хорошо. Вот ящеры посмотрели. Пиши письма. Какой ребенок может с ящером справиться? Это и 7 лет сидеть, это полжизни. Это просто кошмар. Но он не так скоро выйдет. Хорошо, давай пройдемся по частотам. Переходим на частоту магической воздействия. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. И на счет 3 запускаем процесс активации. 1, 2, 3. У него энергии по чакрам прошли. Пусть тонкая копия Кристиана вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 480. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Кристиана до числового значения 480 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Кристиан, ну, как ты себя чувствуешь после чистки? Спокойно, удовлетворенно. Тебе нравится это состояние? Умиротворенно он себя чувствует, ему нравится, он смог расслабиться. Ты можешь постоянно пребывать в этом состоянии. Его состояние постоянное, это ждет. Он от большинства людей ждет какие-то нападки. Он постоянно это в ожидании чего-то. Это неправильно. Ожидание плохого притягивает плохого. Кристиан, ты должен понять, мама пусть объяснит эту вещь, потому что ты запускаешь туда свою энергию. Если ты запускаешь энергию и хочешь, ну, скажем, новый компьютер, и мечтаешь о нем, ты его получишь. Если ты боишься чего-то, это точно такая же энергия, и она точно так же притянет то, чего ты боишься. Тебе надо повзрослеть чуть-чуть. Ну, пусть это тебе будет первым советом в твоей жизни. Не эмоционировать лишний раз и ни в коем случае не бояться ничего. Тебе нечего бояться, у тебя уже все у тебя убрано. Ты чистый. Ты должен внутреннюю силу сейчас набирать. Может, больше на природе проводить или спортом заниматься. Но ни в коем случае не эти информационные компьютерные игры и так далее. Это тебе совет от нас. Ты все понял? Он понял. Хорошо, будем возвращать Кристиана. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристиана в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга.
проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Вот Меркаба, он ее должен представлять, как она выглядит. Если его что-то начинает раздражать, или он чувствует от кого-то какой-то напор энергии тех же, или вопросы какие-то, вот эту Меркабу он должен активировать, чтобы это не дошло до его тела, раздражение. Хорошо. Он должен знать, что у него есть защита. Он должен ее сначала увидеть. Поэтому я обращаюсь к маме и говорю маме, что у нас есть на канале видео про Меркабу, как она устанавливается, как она выглядит. Ребенок должен посмотреть это видео, найдите его в категории «Обучающие видео», и там ему это поможет визуализировать эту защиту. Если он будет каждый день ее себе выставлять, точно так же, как и вы, Елена, вам не потребуется никакие вот эти вот колбы, из которых мы вас вытащили. Хорошо. Мы закончили здесь? Да. Отключаемся от Кристиана и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.